Если ты не стесняешься включенной камеры, света прожекторов и чувствуешь себя раскованно в кадре, приходи на кастинг проекта ОТВ «Лица 3». После окончания института Антон Шмаков не захотел работать по технической специальности. Желание заниматься творчеством привело молодого человека на самый первый кастинг проекта «Лица». Но телеведущим Антон не стал. Гораздо больше его привлекло операторское искусство. Насчет этого был забавный диалог с Павлом Михайловым на кастинге, да, когда он мне спросил у меня, как так сложилось, что я могу быть и в кадре, и за кадром. Но вот специфика маленького города заставляет уметь все. Тогда я ему ответил. Хочешь попасть в нашу команду? До 12 июля 2021 года оставь заявку на сайте 1obl.ru. Для этого нужно записать короткий видеоролик на тему «Почему я хочу стать телеведущим». И вы приходите, показывайте себя с наилучшей стороны, и тогда, возможно, именно с вами мы съездим на съемку и снимем что-нибудь очень крутое. Кастинг пройдет 19 и 20 июля с 11 до 17 часов в торговом городе Алмаз.